Ой, Людку изуродовали, я тебе скажу, как бог черепах, вообще без слез не глянешь. И самое главное, я ей говорю, Люд, ну нафига тебе это надо? Столько бабок содрали, нормальная у тебя грудь. Ну дура! Ну кошмар! А теперь надо чехлы от танка покупать. Ой, мать, ну сегодня просто колер лег, таите. Слушай, я сама смотрю. Заходите! Заходите, заходите! Вот, смотрите, вот, вот он настоящий, а я нормальный, я просто в ГАИ работаю. Это всего лишь работа, понятно? Пошли. Ну, ты видела это? Палочку он на меня тыкает. Беспредел. Не нервничай. Да ну, в баню.